У нас рыжая кошка, она, как сказать, прабабка всем нашим кошкам. Рыжая, очень ласковая. На колени всегда лезет. Еще-то у нее случилось, мне казалось, правое переднее, левое теперь. И сегодня прихожу, она на весу ногу держит. Ну тут один говорит, я шел сегодня и наступил ей на ногу. А бывает, у дверей крутится. Я подумал, если там была заноза, день-два назад видел, она какую-то ногу держала. Но она опирается на правую, значит, там нет этого. А левая прямо на весу висит. То заноза вошла дальше. Я говорю, давайте мы ее просмотрим. И поэтому я очень крепко держать только за ноги отвечаю, за задние. Вот. А я так, рыжая, пробудись-ка. Вот так, давай. Вот она моя хорошая. Вот она какая похожа. Так, подожди, я скажу, когда. Давай. Вот так, подожди. Подожди. Ну, подожди. Так, я один тут еще не удержу. Ты сейчас вроде подойдет, направит. Мы сейчас тебе ножку посмотрим, левую вот здесь вот. Так. Я сейчас опрокидываю ее. Держи за задние ноги. Так. Не сломай, только крепко держи и все. Надо завернуть ее, она будет прыгаться сейчас. Давай. Вот так, подожди. Одеяло-то зря вы положили. А? Ну, одеяло? Уже дело прошло, все уже. Ну ладно, теперь. Прошло. Тогда одеяло не закройте, что. Так, держите. Она не знает. Лапы-то мне нету. Лапу-то мне надо. Лапой вы. Это правая. Ну теперь левую. Сейчас левую. Да, лежа. Она может укусить. Давай переворачивай на ту сторону. Так надо было вот так вот ее повернуть, да и все. Чего? Давай переворачивай. Вот так. Держи ноги. Держи. Ты голову держи, Володя. Да ты ничего, держи, не отпусти. Держите крепко. Подожди, давай посмотрим, ножку тебе. Самка, отойди, хорошенькая. Подожди. Мы сейчас все посмотрим, левая, передняя ножка. Все у тебя тут. Хорошая мурка. Давай посмотрим, что у тебя тут. Видать, не видать, но если где боли будет, она дернется на бой. Но она спокойно ведет себя. Левая передняя нога. Она просто иногда бывает лапу поднимает и держит так. Это я замечал. То есть это не обязательно, что что-то у нее там внутри. Это как готовку нет. Вот сегодня вот ей наступили серьезно. А? Вот сегодня ей серьезно наступили, она лапу держит. А так обычно она иногда поднимает одну лапу. Серьезно, сапогом. Где, на крыльце? Да, как зашел. Да не на крыльце, вот здесь. Уже здесь? Да, в коридоре. В коридоре же, да? Да, почти так. И главное, она не реагирует, что я ее глажу. Она никак, то ли терпеливая, то ли... Да нет, если бы сильно больно было бы, она вскрикнула. А ну давай попробуем отпустить. Понятно. Так, быстренько. Подожди. Возьми. Давай-ка сюда. Убери красную. Вот так, подожди. Давай, не прыгай. Вот так, ну-ка, не уходи. Уйди-ка. Совсем на место, но еще такое рыженькое моя кошенька. Что у тебя такое-то, да? Не подходи туда, там будет. И врач-то ничего не сделает. А что принесешь, что он сделает-то?
Если бы кость была раздроблена по раздавлению, то она бы не давала прикасаться. Пускай лежит. Все, не получилось ничего у нас. Желание было, но мы ничего. Вы сделали все, что могли. Что надо? Вы сделали все, что могли. Ну ты, афоризмы какие. Да ладно, не погоди, Грихерия, хватит. Да там вижу ты. Хватит. Отцепи ее. Ты что такая другая? Сядь. Грихерия, перестань. Хватит. Действительно, мы сделали, что могли, потому что кошка сама себя лечить не может. Надо ее... Смотри. Если нога целая, значит, тогда же пойдет выше. Ребята поехали на рыбалку. Так, ну что, сегодня ничего не делаю. Сфера пока. Косим. А. Косить можно? Что делать, косить? Да. Ну пошли косить. А куда? Надо это, как он называется, до лабаза обкосить. И там возле лабаза обкосить. Так, обожди. Возле лабаза здесь? Да, потому что там трава уже высокая. Вы нас отпускаете домой. Сейчас я пошел косить. Дядя Вова приказывает. Вы домой. Тихо. Дядя Вова, начальник, сказал, я пошел за пилой, литовкой пошел косить. Ну, вы нас не и ты слушай, дядя Вова, мы с тобой. Все. Ну что, косить ты не умеешь. Вот значит, занимайтесь, считайте, сидите. Выбери, какие книжечки домой, может, возьмете. Все на этом. Баба, у стола не крутись, чашки полетят на пол. Вылазь оттуда. Сама выйдешь или вытащить надо? Баба, я домой.